когда милиция подъехала, они спросили, где он. Она просто указала рукой, ну, то есть супруга. А вот этот парень, сводный брат, он говорит, они разберутся сами, это муж и жена. Даже его слушать никто не хотел, понимаете? Они как с цепи сорвались, как псы какие-то. Полетели там по этих пешеходных дорожках, по тротуару, поэтому. Сесть в автомобиль и проехать Смаргонский ЦРБ для уточнения вашей личности, если это не вы, хорошо, если по это не к вам. Девушка описала вот меня. Как она писала меня? Если в данный как момент мы подъедем туда, эта девушка скажет, ну, что это не вы, к примеру, то я перед вами извинюсь и подвезу вас туда. Хорошо, обратно, вот откуда я забрал. С вашим в данный момент нам необходимо я никуда подъехать не поеду, в отдел. Никуда не пойду. Если вы будете отказываться, вам будет применена физическая сила и спецсредства, потому что вы оказываете неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел. Я вас предупреждаю, если вы едете или нет с нами, будете упираться, мы не будем для проследования в Смаргонский РОВД для разбирательства, ребята, для уточнения вашей личности, где вы проживаете, кто вы такой. Если вы отказываетесь, я вас повторяю, вам будет применена физическая сила. Вы отказываетесь? Да. Да? Пожалуйста, пойдем. Камера. Была спешка. В чем? В чем причина? Вот задавали ему на суде вопрос. В чем причина была? Какая оперативность была? Что случилось? Подъехали к девушке, целая, невредимая, все.